Бля, можно я себе тогда погоду поменяю, потому что у меня погода вообще ночная стояла. У меня почему-то 4 FPS. Что там? Опа. И что, куда? Вставать. Дебаха стоит. А кто у нас там без зотика, да? Давай. Извините. Без зотика? Пароль, пароль, пароль. Слышь. Давай, к левой стороне. 180. Алло, сука. Спасибо. Ща варен в команде получишь. Давай, блядь, ехал. Ладно, давай камень, ножницы, бумаг. Согласен? Давайте. Давай в чат. Камень. Да. Сейчас все я напишу. Первые ножницы не ставим, да, давай, ебашим. На счет 3, 2, 1, давай. Я ск... Да, я точно отъезжаю назад. Так, давай. Так, готов, да? Первые, да? Первые ножницы не ставим, давай, все, сейчас. Раз, два, три, давай. Да, блядь, ты че, серьезно, нахуй? Давай, поехал, блядь. Так, подождите, да куда? Все, понял. Диман. Да. Чё, давай, решать, кто ты или я второй. Давай. Так нет, я же проиграл. Или и хочешь по новой? А, ну тогда давай. Давай. Молчать. Хорош. Две попытки, да? Две. Все, понял. Наговорился. Можно ехать? Да. Пизда, убился нахуй. Хорошо, Дмитрий, давай. Я машину подкинула. Это Субарик. Субару пикап. Кайс.
Я? Да, да, да. Я? Подожди, должен был. А, ну... Ну, это ноль. Все. Спасибо. До свидания. Да? Ну, так если ты уже врезался. Или это... О. Ты не врезался. А вы не кинули ссылку на стрим? Если это как... Что? Не, просто... Ну, понятно, понятно. А можно мне тут остаться? Я тут тоже просто стримить буду. Я своих достримлю и пойду потом гулять. А у меня там еще в следующей группе двое своих. Окей. Okay. До свидания всем. Ой, не завис. Геймпад завис, сори. Точнее, я игру свернул не вовремя. А такая беса не будет мешать судить. У нас же фан, я вот решил... Ну, мой вес же не мешал, мне кажется, по кайф. Но он не в бане, он не в бане. Бля, только камеру нос. Пошли дальше. Бля, вот дальше нормально ехал. Да не, я реально, я на тренировке ни разу не влетал в первый поворот в отбой. Бред какой-то, ну, повезло. Окей. А сейчас проходит? А проходят все квалы, или может кого ноль не проходит? А, окей, понял, спасибо. Все зашли? Кроме меня сейчас. 810-10? 809-180. А регламент у нас ВДС или Моспорт? А, я понял. Не, значит, обычный. Я могу поехать следующим? Регламент, подождите, а регламент? Да, ВДС, там только колесо поменяли, и это давление для Сильвии, и еще для какой-то, для М4 вроде. Лям 4? Подожди, а где я здесь? Лям 4. А где здесь? Фан-эвент? А, вот.
Подождите, у меня, по-моему, я не подхожу. Подождите, по-моему, я не подхожу. Это нормально, что у меня ночь? А, нет, у меня все по регламенту. Че, разобрались? Да, я давай. У меня все окей. Давай с Богом. Давай. Да. Жестко. Постановка вообще жесткая. Да, на все бабки постановка. Да. Ну там клип пропустил. Да ладно, 23 балла проходной, ты о чем? Это следующий. Да. Хрен. Спасибо. 02. Да, я. По-моему, я тапнул в зоне нельзя, где нельзя тормозить, тормоз. А, ну тогда. А, ну значит, я перепутал. Сфарми можно поехать? Сфарми можно поехать? А вопрос, сколько было? 79. 79 кроссовочек.
Осинор 79, подожди. Да. Боже, да. Нет, вообще люто. Люто коррект. Ладно. Как на первый заезд за неделю нормально. Ну да. Пароль 809-180. Нету. Да, нету. Да, тут, тут. Пароль слышу? Нет. 809-180. Я даже посчитал, сколько за все время я проехался на карте. Это было 30 раз. Мало. Давай на старт. Ты один остался. Да чё, не проехал. Одна же побыл, когда вот. Да. Ух, всем пока.
Неполный топ, не полный топ 32. Все покатаются. Нет. Нет. А, подожди. Это нулей сколько? До 18, до 17. До 18. После 18 это нули чисто. Хорошо. Да. У нас 13 человек не проехало.
Yellow, а куда заходить? Ну, то есть я опубликовал. Ты же опубликовал топ 32. А, все, окей. Все, окей. Окей. Спасибо.
Бля, желтые, желтые. Я понимаю, можно максимально, блядь, тупую просьбу? Че? Можете тишера на секунд 20 замутить, пожалуйста? Что? Максимально тупая просьба, я знаю, но тишер шестерки, пожалуйста, просто на 20 секунд замутить. Я знаю, максимально тупая просьба, но пожалуйста. Замутил? Да, да. А что, много говорить? М? Много говорить? Да. Прям. Спасибо. Вода, ты тут? Да-да-да. Ты стримишь или что делаешь? Нет, я снимаю. А, понял. Эй, блядь. Пришел, все, покурил, попердел, попукал, пофисал, покакал. Как мало ответов.
А что много будет байранов? Ну, вкуснее. Как на КДТ или как мы обычно делаем? А, ну с остановками, короче, там. Ну ладно, это понятно. Ну. Ну чё, ну чё, очень 10 минут, уже время сколько? Да? Да. Тишина. Вам быстрее, нам быстрее.
Так. Вопросы я прослушал. Если что, у нас можешь спросить. Респект, откуда есть вообще респект? Это розовое, то, что в начале. А если, допустим, лидер поставится в бэкфорд, а ты не ожидаешь? Так, так и сказали же, это ожидать и надо. А, ну я жду. Чтобы желательно, чтобы лидер так и ставил. Еще, да? Все без проблем. Нет. Ну, то есть зон торможения может на... Как, я смотри, вот так сейчас. А, ну, просто без дикарей.
и все. Я Синори такой, давай икоря, давай икоря! А Синори чит чат. Да порой сейчас дадут. Ты лидер, Игнес. Вы еще не хвалились? 180. Я хвалился. Мы в ней сейчас катаемся. А я могу стоять просто здесь? Просто. Ладно. Ага. Ага. Бля, что, пятерку поставить, да? Есть, запомню. А дневник пятерку поставить за то, что запомнил? Обидно. Это печально. Да, давайте. А если школьники выпрашивают оценки, мне что, зарплату там поднимете? Бывает. Давайте, давайте. Чего ты ждешь? Что, заходить? Это его разъебу от стену. Ой. Так что я выходил, я могу остаться. Да ладно, ничего страшного. Да не, еще надо. Да, походу у меня Байрон. Мне просто проехаться по карте или как там? Не, давайте побыстрее. А там за то, что как-то зафейлю, ничего не будет, да? Не. Сейчас грузит только. А я как понимаю, я со Синори поеду, да? А если... А, ну... А если интересно, у меня вдруг каким-то боком, не знаю, Байран будет. И я поеду свой Байран на двух колесах и не дает до финиша. И меня просто по жопе стукнут или прям жестко по голове уже? Асинори. Асинори. Я прям тебя в упор, короче, ставиться буду, только попробую. О, не-не-не, ты не сможешь, алло, парсинхрон, ты меня уже на постановке уебешь, даже когда мы еще не прыгнем. Ну вот, а замечательно будет. А ты где? Давай я тебе руму дам, блядь. Стоп. Так, я другу пароль. А, стоп, я тут? Я думаю, я в брифе все еще. Нифига себе. Я зеваю просто. Я просто зеваю. Будьте добры, не надо.
Пацана ни за что расстреляли. Гангстером станет. Ой. Ну, конечно, когда я первый раз карту видел, я так угарнул, мне так весело на этой карте было кататься, честное слово. Они, друзья, сегодня поправили эту карту, они вообще офигели. Сказали вообще что-то непонятно. Не, ну, фиг знает. Но мне здесь понравилась такая рофульная. Не знаю. Да, я с постановки так орал. Мне нравится наоборот. Я и говорю, я с постановки так орал. Ну, прикольно. Да, я когда скриншоты увидел, там столько скриншотов уже было, где они в прыжке. Но я уже готов. Еще. Асинори. А. Да. Асинори, встань прям ко мне в упор. Ой, я. Куда ты полетел? Все, давайте. Ай-яй-яй-яй-яй. Ой. Обидно, инфента. Yes. Не, ну это на парковку, это продуманный ход, вы просто не понимаете. Сразу на парковку. Я так раз пять пока ехал. Выходи из комнаты. Упал, ударился. Я понял, спасибо. Он первый едет или я? Можно спросить, а как в один корпус ехать? Я просто никак. Не понимаю. Никак. Не ставься в один корпус. Просто подальше от меня ставься, и потом подъезжай. У тебя все равно... Ты давай дорогу поставь. Я же уже к сути настраивал. Я же знаю, что она быстрее, так что нормально. Хорошо. Я так в итоге не понял. Я его ударил или. Он сам. Я уже в полете начал разворачиваться, что-то. Я переборщил с флипом. Так. Да я его сам сегодня увидел, когда чекал. Я готов. И что у нас в итоге у МТ? Как мы поменялись быстро. Ты что-то пошло? Не, это по плану. Я понял, ты первый, да? Изначально хотел ехать, я просто тебе понял, это фору дал. Ладно, что-то пошло не по плану на самом-то деле. Давайте на старт уже. ТП-хайся быстрее. Так, все, идем. А, все, ТП можно, да. Первый и второй мы проезжаем, да? Главное сейчас, секунду, я только телепорта поставлю, все. Ой, я даун. Осуждаю, блядь, ёбаный рух. Я плохо делал. Я выиграл. Давай! Ты чё, въебался? Угу. Да давай подъезжай, хули ты. Я не могу тебя догнать.
Ладно, у меня... Ничего. Ралли. Ой. Да. Ой. Я готов. Вы издеваетесь, что ли? Ну, хорошего заезда от меня не будет. Мне его догнать? Или он может соло? Да. А то я могу в него еще раз вариться. Ну, давайте поставим еще раз. А че, ОМТ? Че? Че, он первый. Он первый. Че? Ну да. Ну да, я просто бессмысленно. Не знаю, мне было. Не. У меня есть стрим. Пускай просто... Да. А может я просто отдам победу и все? И мы разойдемся? Да ебал, давай есть. Ну да. Во, заебись. Ебать близко. Я все увидел на заднем стекле, что там было. Боже мой, боже мой. Я такой идиот. Мы такой идиот. Да? Все в порядке. Я сейчас заплачу. Это меня не смешно, у меня и так живот болит. И постановка была замечательная. И главное просто не на ноль. Главное просто доехать. Похуй на клипы. Всё. Слушай, а мы не вдвоем с тобой не врезались, когда у того клипа первого после постановки? У меня коллизия. Или у Ласинори, я не понимаю. А, ну, у меня коллизия с тобой есть. Я могу прямо сейчас от тебя стукнуться и полететь, если хочешь увидеть. Блять. Сука, страшно. Ебать. Тебе, сука, явно надо Рексу перенастраивать, сука. Потом займемся ей, нахуй. Это... Пиздец странно, что на субарике тебя догоняю вообще. Да, я хуй знает, я субарик вообще впервые вижу, и то от меня только. Проходим. А я? Я там разъебался, ты просто лидером чище проехал.
А. Все, можете выходить из комнаты. Костю. Сейчас. Все, подожди, Костя. Пошли в бриф. Давай, короче, скажу, что я выиграю, потом, блядь, найдем. Бурдео нет. Я не знаю, его нет. Я походу Байран еду. Написал, я не смогу. Его нет. Чем? Мне Байран ехать. А, мы оба Байран, да? Ну все, а я тогда Байран. 709-180. Кто там дальше, Асинори или этот? Я подключился тоже. Да, на месте. Нет, мне сорти захотелось, Алексей Юскинс. Вы, кстати, не заметили, что у меня этот, машина этого... Я почти на леврею переделываю, как у Микса. А я не понимаю, как вы так быстро телепортируетесь? Ой, вместо... Ладно. Что мне нравится. На постановке случайно не ноль был? Не важно. Все, выходи. Ага. Все, я тогда могу переходить в бриф. Thank you.
Что там у нас следующий? Кто... Паник тут, сейчас перекину. Желтая, я куда-то пошел. Блять, сейчас комп включу. Подождите, по-баски. Я хули спать ложился. Можешь пойти спать? На похуй, я покачусь, давайте. Кого? Я тогда отойду на 2 минуты. Так, желтая, я с кем еду? Я есть. Паника, все понял. Ну ща, я, короче, запускаю. Бля, я думаю, я не пошел нахуй, я уже спать ложился.
Что выяснилось? Блядь, Деминикан. Так, это... Пароль можно? А мы сейчас едем, да? Ты чё, жёлтый спишь? Всё понял. Отъебался. Эй, не доебался. Так. ДБС. Кто лидер, кто чейзер? Я лидер. Все понял. Так я, блядь, спешу уже. Так, заблудился вот. Хорошо. Так. А где тут лежащий полицейский? В самом начале здесь. А, в самом начале, все понял. Да, он прям метров 100, наверное. Вот он, здесь сейчас. Вот тут лежал. Давай, я смотрю. Вот. А че у меня его нету? Сзади чуть-чуть, да его не видно. Вот, сзади вот машина вот прыгает на нем немного. А, во-во-во, что-то посвечивается, вижу. Все понял. Себе. Чуть-чуть подтолкнул, у меня колесо туда свалилось, меня утянуло туда. Хорошо, подождем. Лето там помирает. Все понял. Он громче тебя, видно. Блять. Что у меня за проблема с этой ямой, нахуй? Какой вердикт? Ваша мама. Понял. Да не за что. Всегда готов. Так,
Я выхожу, да? Ну, давайте, до встречи. Да, и я тоже есть. Я пришел, в конце концов. Только я карту не помню. Мне надо ее повторить. В смысле, ежика? Ежика здесь нету. Если что, я против Артема должен ехать. По таблице. А. Можно я сейчас доеду карту, то я и реально, ну, реально не помню ее. Сейчас быстренько чекну. Так, здесь клип сюда был, потом проезд сюда, сюда, сюда. Клип дотянуться, все. Закончить, выйти. Какой пароль? Так, сейчас я зайду. Присоединиться по паролю 809. 180. Присоединиться. Ух, страшно. Я же вчера получил 2-0, я такой думаю, ну все, ну я дальше не попал. А у тебя какой балл по итогу? 0. Я 2-0 получил. Ну, удачи. Я такой стою, такой, сейчас захожу в таблицу, смотрю, и я себя вижу, я такой, стоп, погоди, ты че? Это как? Я уже зашел, я тэпаюсь. А. Че, парный, да? Все. Оп. Здрасте. Так, 800, 809, 180. Я даже скриншот нечаянно сделал, когда девятку нажимал. О, сигареты кончились. Я карту не помню, помогите. Пить противно, умирать здоровым жалко. Так, ивент, я сейчас карту быстренько прочекаю. Я тебе так скажу, жить вредно. Зона респекта, постановка. Здесь так такой угол, надо здесь тоже можно проехать. Пожалуйста. Здесь, на угле. Все, вот сюда, вот. Иван, как тебя по батюшке? И вот туда. Я первым-то. У нас не квалификация. Почему, неважно, я хочу тебя по имени отчеству называть. Ой. Я... Погоди, кто против кого едет? Я, потому что, по-моему, еду против Шазива. Да. Ой, я тебя... Ну куда? Извиняюсь, да. Ты просто меня бесконец еще. Все. Я такой стою, и меня куда-то пихают. А. Не трогай Бучера. Ой. О, лопата. Респекционно, как вчера на брифинге объяснял. И респект зона, как вчера на брифинге, да? А я и так медленный. Я и так медленный. Да-да. Все, я покатился. Чё-то ты прям медленный. Ну да, есть такое. Ой, все, ты уехал от меня. Так, да, держусь. Фу. Ной. Вчера я там разложился. Я вчера тоже разложился. Не хочу, фу. Так, спокойно. Сейчас главное до финиша доехать. Доехал. Да, так, я немножечко поспотрю. Тебе реально нужно просто до финиша доехать, если тебе зато ноль не засчитали. Я, конечно, не знаю. Но он, это как бы, разбежавшись, прыгнул со скалы. Я, главное, говорю, только до финиша доехать. Да. Что за король, что тут устроили, я не понял. Так, мне все, я... Я могу даже не продолжать. Вань. А ты сразу на старте. Близкий парный дрифт был здесь или нет еще? Не было? Близкий? Сейчас будет близкий. Я медленный. Давай, он меня вс...
Он прям в меня будет ехать, он еще меня пихнет, я так чувствую. На постановке выпни его куда-нибудь, летит в стратосферу. Да, выпни, чтобы мы еще АМТ ехали. Я тебе говорю, я медленный. Все. Я же сказал. Все, до свидания. Спасибо за гонку. Артем, вези. Едь просто. Удачи, Артем. Кстати, а Чейзер должен доехать до конца, если лидер разложился? Да. Все, понял. Погоди. А если Чейзер развалился? Все, давай, не косячь. Похер. А я уже вышел. Я уже вышел. Ты уже выиграл. Тут уже без шансов. Да. Зря я только домой бежал. Да-да, на этой неделе. В пятницу. Ой, и в субботу. Очень повезет. У меня машина не едет вообще. Вань, а у тебя не планируется что-то такого а-ля масштабненького, крутого, как бикерники были зимние? О! Все, я доехал до финиша. Поздравляю тебя. Да, давай так, ты знаешь или не хочешь говорить? Я его не видел, кстати. Обидно даже. Не отличу сразу, ура! Ну, я поехал уже, да? Ну, ладно. Ой. Я бучу чуть-чуть потрогал. Тебе понравилось? Респект, вот здесь вот где-то или что? Ладно. А, да, кстати. А чё пауза такая длинная? Ну, если что, ты знаешь, где меня искать, как бы это раз. Почему? Не, а это касательно этапов, которые, типа, мы делаем. Я же не буду, типа, на твоем этапе в свое судейское задание втирать. Ты даешь судейское задание, я по нему, типа, сужу. Это же так работает. Не, ну ты говоришь, что, типа, вот за что вы трахаете, за что не трахаете. Я, типа, от этого буду опираться. То есть, типа, я знаю то, что, условно, на зиме у тебя лидеру можно все. Значит, я за это трогать, естественно, не буду. У него, скорее всего, это... Он же сейчас не дома. Он там с батей, скорее всего, на джипах катается сейчас. Слушай, когда это останавливает, как бы, этих... холдеров? Так, сервер выйти, да? Все, обнял, приподнял. Где комната, интересно? Сейчас. У всех?
Сейчас я. У меня выходит только с комнаты. А Байран же можно без дрифта, да, ехать? Да. Понял. А то как вчера разложусь на первом повороте. Да, я знаю. О, ну все, хорошо. Короче, главное финишную черту пересечь. Понял. Заметки, так. Все, я присоединяюсь. Давай. Блять. А пароль же 809-108, я просто писал ошибку, теперь пишу. 809-180. Понял, спасибо. Что за хуже? Я в заметках записал, все, не парюсь. Так, а пароль какой еще раз? 700? 809-180. Моя дебил. Бывает. Да. Да ладно, я первый турик, 2 месяца в игре. А будут еще зимние этапы продолжения, или это уже все был будет. Последний этап? А. Ты про батько, что ли? Он же сказал, куда-то уезжает, по-моему. Ладно, суки. Ладно, похер. Ой. Что, мясо есть? Этот ДЛС пак. А я на Новый год, игру купил, но покупал сильвариев и все на ДЛС. Он киномод скачал. Нифига ты там. Сейчас, подожди.
Ой, бля, не туда. Сейчас. Давай еще в яму упади. Я упал. Дима, как так-то? Че? Он еще раз примился. И что? Ебать. Это самый херовый байран. Понимаешь, он на льдах ехал, но просто... Дементов. Конечно. Ладно. Глаза. Ментова тут не вижу. Нету поход. Ну, сейчас напишу. Алло. Алло. Я, получается, Байран еду, если Ментола нет? Да. Так. Угу. Это да. Я его записал. Все. Мне надо запас. А, у меня задержка очень сильная. Надо с тобой. Но я сейчас видел, как делаю. Не, я сейчас буду на сейве ехать, если Байран будет. Если будет Байран, я буду ехать на сейве. Я цифру неправильно записал. Можно еще раз пароль? У меня 89118. То Керри должна ехать, да? Ты Серега в сети. Слышишь? А Ментал? Керри в брифинге сидит. А, 2 минуты уже прошло. Ну все. На старт. А ты против кого едешь, Керри? Я еду против Ментола. Ага. Которая... Я тогда сейчас на старт, да? Да, тут...
выходить с сервера, да? Как-то вроде легко ему было. Да. Да, спасибо большое. Нормально. Yellow. Yellow. Жизнь не сильно распрямился. Сильно. А зачем? Так делать было. Не знаю, вроде ехал. Маленький угол поменял и все. Куда респектом я вообще забыл? До бугорка. А, понял. Ты едь, не тормози. Преследователем вообще ехал нормально. Лучше, чем. Ну слушай. Да. Там траектория прям вообще сложно очень ехать с тобой. Извини, Тишер, но. Чуть машина вообще как-то внутрь едет. Это просто я еще хреново проехал. Так я нормально и ехал. Не, у тебя реально машина как-то внутрь едет. Не знаю, я нормально вывозил вообще, что-то мне кто хрен сделал. Мне тоже. Ладно, спасибо. Я... Спасибо за заезд, Тиша. Давай. Да, спасибо. Давай, удачи там. Хитори, по-моему, Байрон, да. Да-да. Ну, смотри, он в DS онлайн. Сейчас давай я ему попробую при тебе в ВК набрать. Нет, мне самому интересно. Вот в чем прикол. Зачем я один наушник снял? Так, сейчас, секунду. Хитори, заходи пока.
Да, ща, я просто в крик захожу. 5 секундочек. У меня он крашеный, всё. Так, с паролем у меня вроде бы есть. Должен быть. Да, есть. Сейчас 5 секунд его скопируем и скидываем, чтобы не забыть. Не, его не будет, короче. Угу. Вон это, пуська. Меня, что ли, побоялся? Нет, он не тебя побоялся, он просто это... Он сейчас, во-первых, в КС-ке. Да, понял. И, во-вторых, он типа, он на клаве вообще ехать не может. И он такой, типа, блядь, не хочу ехать даже. Понял. Типа, он до финиша даже не доедет, как он сказал. А, ясно. Подожди, я еще не готов. Я хочу под музыкой поехать, хули мне тут дать. Вань, ты слышал, что я говорил? Все. А подслушивать нельзя вас? Давай. Готов. Да неужели? Я прошу. Бля, пацаны, я потел, пиздец. Все, давай, я пойду. Жестко ты этому никому напихал. Пиздец. Гэри Кеноби. Привет. Заходим в комнату. Пароль тот же. Какой я клоун. Нормально. Давай. Я пароль сказать? Я записал. А пароль сказать? Да, 89. Ну, 809-180. А мы уже едем? Ой. Да. Я просто что-то забылся. Не, мы просто уже катаемся. Понимаешь, мы уже оба слили. А, отлично. Ой, блядь. План автопарк. Пора попарить. Qualification. Ой, фонарики включу. Let's go. Кэрри, ой, какой МРВ. Кэрри, ты тут? Кэрри, он не разговаривает, если что. Спасибо, 02. Я не знаю, просто у меня появился. Нет, это я вообще без разницы. А он в Акео раньше был? Кэрри. Он без микрофона, если что.
Вы знаете. Может, вы знаете. Если что. Может, вы знаете. Что с ним? А Келли? Нет, он в М95, по-моему, был. У нас сейчас топ-16, по идее, да? Да. Я хотя бы до топ-16 впервые в жизни доехал, ну хоть что-то. Ну, да. У меня чисто достижение за всю жизнь будет. Сегодня топ-8 слил, так что нормально. Гарри, ты сейчас едешь, ты куда встал? Кто лидер, кто... А ну, Кэрри, он это лидер. Кэрри лидер. Он выиграл квалификацию. Я даже не знал, что Кэрри из нашей команды. Я сумасшедший. Я думал, Кэрри это какой-то челик обычный. Че, все здесь не? Загрузились там? Да-да-да, все здесь. Вань. Да. Удачи вам, пацаны, каждому. Спасибо. Ну, удачи. Надо попарить. Нет, перекрутила. Хорошо, еще есть шансы, давай. Много креций, очень. Да я тут также вылечу, парник. Давай не надо. Я тебя так не зачерчу, потому что. Стараешься. Я по-другому не проеду. Слушай. Это, так, мне я кажется... даже открываю стримы, буду смотреть сейчас. Раз там сейчас кажется... Ваня расхвалил. Прямые колеса были. У двоих. Или у одного. Мне кажется, только у меня. Да? Ну да. Ну хорошо. Для первого раза вообще отлично. Ладно, что можете выходить? Ну что? Вот так у меня...
А можно спросить? Можно мне на минутку отойти? Прям минутка. Это кейс. Сейчас. Давайте, тут. Спасибо. Да. Я здесь. Сейчас Ваня придет. Ноль два. Что сделаем то же самое, что сейчас как тренировались вдвоем, да? Все, сейчас идеально проезжаем и все. Как-то все равно кто победит. Да, если ты даже дальше пройдешь, мы должны сейчас показать идеальный проезд. Главное просто морально настроиться. Да. Такой голод, жесть просто. Я перед парнями сходил покушать. Ой, перед квал. Везет. Я только сегодня супчик поел, все. Ничего страшного. Да. Гриша, что ли? Слушай, это было круто. Хорошо проехали. Молодец. Молодец. Постарался.
Подожди. Ой, у меня руки все вспотели. Какая же ты где? Давай. Все, да. Готов. Нет. Да. Можно едем? Ну, ты остановился просто. Он влепился, я остановился, если что. Ну зато первый был заезд отличный. Еще проехал, молодец. И постановка вообще зашибенная была. Ты сильно затормозил. Ну ладно, все тогда. Да вряд ли, тут моя ошибка была. Я хрен знаю, что сейчас будет. Не, мы все равно можем так и так умто ехать. Нам. Я думаю, что я бы проехал ОМТ. Да. Что? Но я, наверное, тоже. Хотя и все равно. 0-2, да, это ж. Не, ну, я не отрицаю. Я не отрицаю. Он нормально ехал. Ну да, это да. Я смотрю, у меня машина только что настроена, на ней сегодня первый день ищу. Я просто хочу свап потом на нее влепить, а у меня сейчас свапов нет. Угу, спасибо. Ну все-то спасибо большое вам. Спасибо за проезд, Крис. Хорошо. Ваня. Ваня. Дай пароль, а то у меня интернет вылетел, я вылетел с сервака. Все, спасибо. Мне везет на этих соревах. У тебя второй байран, что ли? Да. Понимаю. Ну чего вы все байранами так неинтересно снимать даже? Ну вот я снимаю видосы, хочу парный заезд, а у меня байраны. Байраны из-за всяких баранов, которые не приходят. Ой. Кэрри, встречусь. А, нет, мне надо... Ой, блядь, я перескочил. Что, мне первому ехать или как? Ну, что ты перескажешь? Жалко, я не встречусь с этим вас, Хейтоном. Отлетит парень от Санчеса. Да не факт. Факт, поверь. Да не факт. Но мы ездим. Вот летающий пришел. Ваша мама. Ну? И еще... А, я думал, это цветочки. Ну ладно. Чего? Загрузились. Вань. Да, я тут. Да.
Спасибо. Сюда. Так, чекайте. Можно там стрим пиздит на фоне. Подожди, 5 сек. Подожди, 5 сек. Стрим на фоне пиздит. О чем это пиздит? Готов. Ваша мама дальше. Это на чем, геймпаде? А? Ну, ничего. Так, все, спасибо. Ну как чуть-чуть? Ага, ты чё? На вашем памяти она едет нормально. Ты чё? Да-да-да, на вашем памяти. Ты чё? Единственный два популярный. Для этой карты тяжёлая машина минус. Что? Для этой карты машина хуёва. Тяжёлые машины типа для МРВ подходят и так далее, заебись. Не знаю. Никаких тяжелых машин. Я не знаю, я вообще на тяжелых машинах не катаюсь. У меня максимально, блядь, 265-е колесо предел. Для кого-то полторы этого тяжело? Ладно. Так, сейчас же я с кем-то там еду, да? По-моему, я с ГОСТом. А он есть? Ну, не знаю. Я, короче, на старте, я извиняюсь, я быстренько пойду пописаю. Вань. А где он? А где он? Его нет.
Гига... А, подожди. Вот. Сейчас. Да, я подключаюсь. Так, известный пароль какой там? 790? 809-180. Спасибо. А, потому что он скопирован. Я тута. А ты кто? А я тот. Не шарь. Тот самый. Байраном. Да, о чем мне радоваться? Я почилить пришел, как бы, да. О, Литофик, здорово. Где он написал? Что он где написал? Литофик чисто до скорой помощи. А, он в толк один там сидит. Где он там что пишет, гаденыш такой, а? Я ему вот этого сделаю. Ах ты, скотина. Красота. Клоун. Витя, сам ты лох, понял? Это не Куарч, это прыгун-машина. Помойка. А с Литопиком грузить пока что. Стоим на Костлороде. Да, конечно. Юм. Надо респектик порепетировать. А можно аккуратно проехать, чтобы не мешать там никому? Аккуратно проехать. Чуть, да. Ну, просто чуть проехаться. На стриме не видно будет. Там на старте нет никого? Я просто сейчас телепортируюсь. Да вроде нет. Ой, нихрена себе. Раньше такого не было. Вот это... Тогда это Витя паролем поснимает. Шантаж. Слушай, ну мне бикерники очень сильно понравились тогда. Я так, к сожалению, из-за работы не смог парный проехать. Если ты их второй раз сделаешь, я тебя возлюблю еще больше. Там между собойчик на 200 человек, по-моему, вышло или на сколько? На очень много было, не? 70 раз, по-моему, прям много было народу, больше сотни. Но все равно это же много. А я тут. Литопик, я очень хочу, чтобы ты его напихал, потому что он на компот-машине. Ну, потому что я лох. Я ездить не умею. Ну, по-царски развожусь. Вашингтон пролагал, по-моему. Я еду, ты пролагал. Ну, я типа чуть игра подфризила, и все. Да, ну это дефолт для короче.
Ваня. Ваня. Ушел. Блять, бать, Людопик и жесткая Вольва. Какого-то передержак. Утю-тю-тю-тю. Я его не вижу. Я чисто тачку не видел. А, ну хотя, да, чё? Он же уже развернулся, считай. Да, я чё такой Литопик, но не пихай, не убивай. Потом вспомнил. Ля, Литопик, зачем такой держак? Вань. Ты подожди его. А, мне просто не видно камеру, не могу поворачивать. Ты на держаке, а ты чё? Девочка, я притормозил. Не, там нужно тебе прям газ отпустить до кучки. А стартует чуть раньше, окей, на секунду. О боже, куда я еду? Сори. На фальш старт, всё. Дисквал. А ты можешь поедешь? Я его задел. А как это расценил? Да ладно, специально. Да боже, что это? Нормально проедет. Что? А, опять? Ты куда-то не туда. Литопик любит так разгоняться, да, Литопик? Нифига не разгоняться. Я ж по-мужски. Угу. Знаю, как это по-мужски-то делаешь. В смысле? Потом скажу. А, я что, уехал? Ой-ой-ой. Литопик, я на тебя смотрю, мне иногда кажется, что ты бочку сделаешь на кочке следующей. О боже. Чё ты ещё траекторию поломал, блядь, так и еле выкрутился. Нифига на держаке ездит. А я чисто его за крышей ничего не вижу. Я чисто еду зетку и вообще не вижу. Это ещё Силавер на бусике не заявился. Да, вон это, он сразу. 2-1, гол.
Полетел. А там лидер, очень странная была траектория, я, блин, как мог прорабатывал вторым. Топик. Спасибо. Ладно. Спасибо всем. Угу. Ладно. Угу. Без проблем. Ладно, всем спасибо, до свидания. И тебе тоже, и всем, в принципе. Кстати, забыл сказать, Квазара не будет, он это, там что-то произошло. Короче, Санчес Байрон. Все. Теперь точно. Чего? Всем пока. А я что, уже еду, да? Ой, мне Санчес, сырок. Вашингтон, да. Это самый лучший заезд. Спасибо, спасибо. А что, мы едем, да? Спасибо. Отчего? Ехать уже? Вань, а ты сможешь меня вот с этого чата голосового выкинуть? А то у меня что-то комп подлагнул. Окей, все. Блядь, не жуть, я тоже хочу есть вообще-то. Я отъебись. Ты вспомнил тот видос? Да кто там, сука, хрумкает? Он есть, у него Байран. Сейчас я ему напишу. А, он снизу в групп 2 сидит. А, вот да. Санчес, ты такой лох. Охуяли. Ты где был? В смысле, я отсутствовал некоторые пару секунд. Уже прям лечу, прям. Все. Ага, хули, есть смысл-то? У меня все равно Байран. Нет, я не еду. Сорян. Пятьсот рублей на мороженое. Папе. Я просто сказал, что ты не вывезешь. Вот и все. А можно я за ним прокачусь, пока он баранить будет? Ну, нет. Ну, нет. Ладно. Ну, пожалуйста. Нет. Ну, ладно. Все, пойду, вскрою вены ложкой, повешусь на туалетной бумаге и прыгну с табуретки. Нет. Ну, ладно. Видишь, уже тебя запрещают. Я уже прям вот, я уже здесь. Чайники. Нет. Конечно. Да нет. У меня еще у нас симпатичнее. Не, я говорил, у меня ливрея переработанная, что-то это. Европейский, ну. Если нам что-то хуй в Европу. Chrysler of America. Let's go, man, поехали. Еще и народ, ёб твою мать. Нормально, это тактика. Это тактика. За зеркала бан. Чё зеркала? Никакой не бан. Бан? Зеркала, говорю, бан. Тебе бан дали, все, выходи. Блядь. Ладно. Сейчас бы на эту карту чайник на держаке брать, ну ты пёс, конечно. Сейчас бы на эту карту брать лавр, блядь, ну ты чёрт. У меня прыгающий лавр чуть докопался. А это чё, мои проблемы? Реально. Санчес, реально пришёл выиграть. Я пиздить хотел сейчас в этой, чтобы в доту уже пойти. А тут Байран, блядь, дали, ну какой нахуй Байран? Да. Да. В натуре. Один. Соло. Без четверых.
Ну там. Как обычно. Undying, ёпта. Undying, снайпер. В смысле, он уже не... Ебануться. Все, я проехал? Да ёпты. Подожди меня, сейчас я солю с тобой пойду доту. Давай, давай. Давай. Да. Тори, давай. Мувик на ютубе будет? Мувик с ютуба, ой, с постановками в стенку? Конечно. Бля, ебать ты лох. Викнес. А что у меня с машиной? Ну, в натуре погнали их отпиздим. Я так понимаю, кто-то уже в доте. Покажи ему игру Суперкорова. Ебать, у вас все хорошо? Мам, ты че? Меня просто захавала эта дырка, я не понимаю. Она просто меня захавала. Черная дыра. Пиздец, смотрите, говно, Я раньше слышал, у меня какая-то подвеска нестабильная. Она, короче, может прыгнуть так, что я не смогу просто улетать. Нахер ты вообще Сильвию взял? Я не знаю. Вон там так я зашел... вообще, блядь, подвеска 300 на 200. Я за 5 минут зашел. Я за 5 минут зашел, что ты хочешь. Ты кого? Ты тут уже 2 часа сидишь, блядь. Ну я не менял ничего. Ну я же зарегался на Сильвии. Так и еду. Че, ты Хиетори не прошел кого, что ли? А? Хитори не прошел кого, Мацу? Я проходил... Не прошел. Я на 84 проехал. Точнее, даже нет, на 88. Я не знаю, что там мне Максу не понравилось, хотя вторая попытка моя была идеальная. А, ты с Ромой там скоммуницируешь? Цирк какие-то там, шипито. А что, муйки про меня будут? Хикитори. Да, да, а? Именно про тебя, то, что ты если, такой долбоёб, если, про, если, про, если пройду, то да. Да. Скорее всего, будет, я не знаю, где с... О. Посмотрим. Бесплатный муик. Не знаю. Ну, может, не бесплатный. Бля. 1000 рублей. Опа, ну у него там комиссия 3000 будет. Пиздец, перевел 200 рублей, комиссия 900, нормально. Что? Да, это вот так вот. Сбербанк, из Украины, это из Украины.
Thank you.